Чуваши – обладатель национальной премии правительства России в области физкультуры и спорта. 25 олимпийских и паралимпийских медалей разного достоинства в копилке спортсменов – уроженцев Чуваши. 52 спортивные школы, 2 училища Олимпийского резерва, Центр спортивной подготовки сборных команд воспитывают будущих чемпионов, атлетов для сборных команд Чувашии и России. Каждый третий житель Чувашии ведет активный и здоровый образ жизни. Ежегодно в республике проводится более 1700 спортивно-массовых мероприятий. Чебоксары – столица Кубков Европы и мира, чемпионатов России и Европы по спортивной ходьбе, легкой атлетике, парашютному и другим видам спорта. Октябрь 2014. Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава».